Доброе утро. Книга судей, глава 11. Галаадитянин Ефраим был могучим воином, его отцом был Галаад, а матерью блудница. Жена Галаада тоже родила ему сыновей, и когда они выросли, они выгнали Ефрая. Ты не будешь наследовать в нашей семье ничего, сказали они ему, потому что ты сын другой женщины. Ефрай убежал от своих братьев и поселился в земле Тов, где вокруг него собрались его, которые вместе с ним совершали набеги. Некоторое время спустя, когда аммонитяне пошли войной на Израиль, старейшины Галаада пошли, чтобы привести Ефрая из земли Тов. «Приходи, — сказали они, — и будь нашим воеводой, чтобы нам воевать с аммонитянами». Ефрай сказал им, разве не вы возненавидели и выгнали меня из дома моего отца? Зачем же вы приходите ко мне сейчас, когда вы без беды? Старейшины Галаада сказали ему, и все же мы обращаемся сейчас к тебе, пойдем с нами, чтобы воевать с аммонитянами, и ты будешь главой всех жителей Галаада. Ефрай ответил, допустим, верните меня, чтобы воевать с аммонитянами, и Господь отдаст из их мне, стану ли я и вправду вашим главой. Старейшины Галаада ответили, Господь свидетель между нами, мы непременно сделаем, как ты говоришь. Ефрай пошел со старейшинами Галаада, и народ поставил его над собой вождем и воеводой. Ефрай повторил все свои слова перед Господом в Мицпе. Затем он отправил послов к царю аммонитян с вопросом, что ты имеешь против меня, что напал на мою страну? Царь аммонитян ответил послам Ефрая, когда Израиль шел из Египта, он захватил мою землю от реки Арнона до реки Ябока и до Иордана. Итак, верни ее добровольно. Ефрай еще раз отправил послов к царю
аммонитян сказать ему: «Вот что говорит Ефрай, Израиль не захватывал ни земель Моава, ни земель аммонитян, когда они шли из Египта. Израиль прошел через пустыню до Красного моря и пришел к городу Кадеш. Израиль отправил послов к царю Эдома, говоря: «Позвал мне пройти через твою страну». Но царь Эдома не стал излучать. Он посылал и к царю Моава, но и тот отказал. Израиль оставался в Кадеш. Затем он странствовал по пустыне, овощел земли Эдома и Моава, пришел к восточной стороне земель Моава и поставил лагерь на другой стороне Арнона. Он не вошел в землю Моава. Арнон и был границей моавитян. Израиль отправил послов к Сигону. Царю Амуриев, который правил в Хешбоне, и сказал ему: «Позволь нас пройти через твою страну к себе». Но Сигон не доверял Израилю и не дал пройти через свою землю. Он собрал всех своих воинов, разбил лагерь в Яхаце и напал на Израиль. Тогда Господь Бог Израиля отдал Сигона и всех его воинов в руки израильтян, и они разбили их. Израиль овладел землей Амориев, которые жили в той стране, захватив ее целиком от Арнона до Ябока и от пустыни до Иордана. И так раз Господь, Бог Израиля, прогнал Амориев от своего народа. Израиля, какой у тебя право владеть ее? Разве тебе не довольно владеть тем, что дал тебе твой Бог Кимош? А мы будем владеть всем, что дал нам Господь наш Бог. Чем ты лучше Валака, сына Ципура, царя Моава? Разве он когда-нибудь ссорился и Израилем или воевал с ним? Израиль жил в Хешбоне, Ароэре, прилегающих к ним поселениях и во всех городах по Арнону 300 лет. Что же ты не захватил их за это время? Я не провинился перед тобой, а ты причиняешь мне зло, идя на меня войной. Господь
судья. Пусть он решит сегодня тяжбу между израильтянами и аммонитянами. На царе аммонитян не послушал слов Ефрая, и дух Господа сошел на Ефрая. Ефрая прошел через Галаад и Манасию через Мицпу, что в Галааде, и оттуда двинулся на аммонитян. Ефрай поклялся перед Господом: «Если ты отдашь аммонитян в мои руки, то все, что выйдет из дверей моего дома, мне навстречу, когда я вернусь с победой, будет принадлежать Господу, и я принесу это в жертву всесожжения». Ефрай приправился, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь отдал их в его руки. Он опустошил 20 городов от Ароэра до предместья Минита и до самого Авель-Керамима. Так Израиль покорил аммонитян. Когда Ефрай вернулся к себе домой в Мицпу, так кому же и было выйти ему навстречу, как не его дочери, танцующей под звуки бубнов. Она была его единственным ребенком. Кроме нее и него не было больше ни сына, ни дочери. Увидев ее, он разорвал на себе одежду и закричал: «О, моя дочь, ты сразила меня, ты стала причиной моего несчастья, ведь я дал Господу клятву, которую не могу нарушить». «Мой отец», — ответила она, — «ты дал Господу славу. Сделай со мной то, что ты обещал, ведь Господь дал тебе отомстить твоим врагам, аммонитянам. Но исполни одну мою просьбу», — сказала она. «Дай мне 2 месяца срока, чтобы мне пойти и погулять в горах, поплакать с моими подругами о том, что мне уже никогда не суждено выйти замуж. Иди», — сказал он и отпустил ее на 2 месяца. Она вместе и девушками пошла в горе и плакала о том, что ей уже никогда не суждено выйти замуж. Когда же 2 месяца прошли, она вернулась к своему отцу, и он сделал с ней то,
отчим поклялся, а она была девственницей. Отсюда и происходит израильский обычай, что каждый год молодые женщины Израиля выходят на 4 дня оплакивать дочь галаадитянина Ефрая. Шалом, спасибо.